набирает обороты новый этап так называемой специальной операции, который связан с масштабной войной за Донбасс. Ситуация такова, что к настоящему моменту в этом регионе сосредоточено более 100 тысяч украинских силовиков, и примерно столько же, видимо, собирается сосредоточить и Россия. Сражение, подготовка к которому идет уже несколько недель, станет самым масштабным и, к сожалению, самым кровавым в 21 веке. В последние два десятилетия битв таких масштабов еще не было, а в Европе не было со Второй мировой войны. По историческому значению будущее сражение тяжело переоценить. Именно от исхода этой битвы будет зависеть исход переговоров и будущее обеих стран. Главные задачи Украины заключаются в нанесении армии России непоправимого урона, получении новых информационных поводов для дискредитации противника, который поддержит союзников в решимости помогать Украине, а в России вызовут разочарование у населения. Главные же задачи России заключаются в окружении и уничтожении донбасской группировки с наименьшими потерями для своих войск и инфраструктуры Донбасса. Именно в рамках подготовки к предстоящей битве Украина атаковала нефтебазу в Белгороде, которая могла снабжать российские войска на севере. А Россия при этом также продолжила наносить удары по украинским нефтехранилищам. Несмотря на заверения Вашингтона и Брюсселя о неучастии НАТО в боевых действиях, за последние дни из западных областей скрыто перебрасывается техника и вооружение. В штабы вооруженных сил Украины постоянно передается разведывательная информация. Над Румынией и Польшей в круглосуточном режиме висят самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. В небе находятся спутники космической разведки США. Это в какой-то мере позволяет частям украинской армии находить прорехи в наступательных порядках российской армии, пытаться наносить контур-удары небольшими группами, устраивать засады и менять огневые позиции. Вероятнее всего, активная фаза решающей битвы начнется, как только закончится зачистка Мариуполя. Завершить блокирование Киева российским войскам не удалось. Имеющихся сил и средств для этого оказалось недостаточно. Сопротивление украинцев все нарастало, формировалась непрерывная линия фронта, прикрывающая тылы от рейдовых операций противника на западе Киева. Сначала была оставлена вся западная часть от Днепра, в том числе зона Чернобыльской АЭС. Затем войска отошли и с востока, оставив всю Киевскую и Черниговскую области. Постепенно вывелись подразделения из Сумской области. То есть плацдарма для сковывания украинских сил на севере не осталось совсем. Если раньше украинская сторона не имела возможности усилить группировку на Донбассе, так как крупные войска были скованы на Киевском и Черниговском направлениях, то в связи с выводом российских войск из этого региона эта ситуация изменилась. Очевидно, что российское командование решило вывести завязшие в городской застройке войска, чтобы использовать их на других, более перспективных направлениях. С политической и информационной точки зрения это крайне негативно сказалось на имидже российской армии. Однако с военной точки зрения это решение вполне логично, так как нет смысла держать войска на бесперспективном направлении. На границе Николаевской и Херсонской областей продолжались попытки контратак с обеих сторон. Из рук в руки переходили некоторые села. Линия фронта здесь проходит примерно по границам Николаевской и Херсонской областей. Каких-то серьезных наступательных действий и боев тут пока не наблюдается. Продолжаются артиллерийские дуэли между противоборствующими сторонами. Основное направление операций по взятию Мариуполя сместилось к территории предприятия «Азовсталь», куда отступают разрозненные группы украинских вооруженных формирований. Здесь осталось три основных очага сопротивления. Это центр города, завод «Азовсталь» и порт. Некоторые подразделения народной милиции ДНР уже зашли на территорию Азовстали сразу же с нескольких направлений. Промзону штурмуют как со стороны города, так и с моря. 4 апреля для народной милиции здесь наметилась довольно неплохая победа. В плен сдалось около 260 украинских морских пехотинцев. Данное обстоятельство значительно ускорит зачистку Мариуполя.
На Донецком и Луганском фронтах без особых изменений. С обеих сторон стягиваются войска. Местами плотные артиллерийские обстрелы, идут позиционные бои. Войска ДНР вышли на окраину Донецкого Нью-Йорка. Ходят слухи, что на это направление уже начали перебрасывать высвободившиеся подразделения из Мариуполя. Продолжаются наступления в районе Угледара, где российские войска еще немного продвинулись на север. На рубеже Северодонецк-Лисичанск-Рубежная ведутся активные боестолкновения с применением тяжелого вооружения и авиации. Увеличивается интенсивность обстрелов окраин Харькова. Здесь изредка появляется украинская авиация, пытаясь атаковать российские позиции. На границе Харьковской и Донецкой областей после окончательной зачистки Изюма и овладения Каменки и Старой Каменки бои разгорелись в районе Славянска и Барвенково. Сейчас российские войска закрепились на южном берегу Северского Донца и продолжают накапливать там силы. В заключении можно сказать, что в ближайшие недели на Восточном фронте произойдет генеральное сражение, которое обозначит либо коренной перелом в проведении всей войны, либо покажет, что война просто затянется на долгие годы, по примеру войн на Ближнем Востоке. К сильным сторонам Украины на данный момент можно отнести мощную мотивированность армии, огромную ее численность благодаря мобилизации, новое вооружение от стран НАТО, знание местности, хорошо выстроенную оборону Восточного вала от Северодонецка до Авдеевки. Сильные же стороны России заключаются в превосходстве в воздухе, мотивированности частей народной милиции ДНР и ЛНР, стратегической инициативе и возможности бесперерывного нанесения ракетных ударов. При всем при этом, данную так называемую специальную операцию можно спокойно назвать войной несбывшихся прогнозов. Предсказаний о сроках ее окончания с обеих сторон звучало сотни. При этом сроки окончания войны только сдвигаются все дальше по времени. По всей видимости, скоро придет понимание того, что все это надолго и, вероятнее всего, на годы. Нельзя забывать, что мировая история не знает примеров того, чтобы точные и выверенные планы, даже самым тщательным образом разрабатывавшиеся в тиши кабинетов штабов и разведок, исполнялись как по писаному. И эта так называемая спецоперация – яркий тому пример. Но теперь обязательно посмотрим и прошлые выпуски. На всякий случай подписывайся на мой Яндекс.Дзен. Чтобы знать еще больше самых интересных новостей, вступай в мою группу ВКонтакте и подписывайся на мой второй музыкальный канал. Все ссылки в описании под видео. Ну а с вами был Хардастер. Всем мира и процветания!